Блин, это ты меня развел сейчас, получается. Я забыл про них. Да, для тебя еще сюрприз. Всем привет, дорогие зрители, новый выпуск по Clash Royale, и сегодня у нас будет, короче, батл с ГХГ. Привет всем, ребят. Значит, я предлагал ГХГ запилить его контент, то есть батл сундуков, почему-то он отказался, не знаю почему. Потому что так и не выпало ничего, и в итоге я просто задонатил и открыл. Вот, ну я не знаю, это его контент, это был его шанс единственный, то есть, ну, он его упустил. Короче, ребят, это все шутки, смотрите. Сегодня у нас будет батл PvP. Мы уже записали первую часть на канале ГХГ. Я ссылочку оставлю на его ролик в описании. Обязательно перейдите, там прикольно получилось. Мы долго записывали, долго старались, поэтому обязательно зацените тот видос. А сегодня, точнее не сегодня, на моем канале будет драфт. Драфт PvP. То есть мы будем играть с выбором карт. И вот кто победит, ну, тот, собственно, и победит. Что значит, кто победит? Я победю. А, ну ты ж победитель. Я победю. Вот. Короче, мы не стали заморачиваться с колодами, потому что уже, честно, идеи закончились. Решили в драфт, потому что, ну, там рандом, прикольно, и посмотрим, кто сильнее. Вот. Ну, вот так. Поехали, я готов. Ну, кидай. Сейчас кину. Так, дружеский бой с выбором карт, ГХГ. Так, а там просто вообще рандомный, да? Ну, как? Ну, видишь, два спыла. Да, видимо, рандомный, да. Так, так, ну, мало ли, может, он с испытания этого, бревна этого, ну, ты понял. Да. Слушай, я тебе спалбейт даю. А, зачем я тебе говорю это? А-а-а, спалился. Я тебе спалбейт дал. Ты мне дал спарки? Да. Серьезно? Серьезно, а как ты понял, что у тебя спарки? Ты что, колоды знаешь? Нет. Зачем так со мной поступил? У меня еще ракета. Подожди, а зачем я тебе это... Я пошутил. Ракеты нет. Окей. Че, мы же, как и договорились, я должен... Ну, играем. Окей, поехали. Ну, мне просто тупо нечего играть, поэтому... Так, да ты... Ну, логично. Ай, да ладно. Да нету эликсира, че ты... Ну, куда... Ну... Как ты не вовремя выпустил спарки? Ты сейчас задефаешь, что тебе? А, чем? Чем? Ну, пока спарки дойдет. Идеально, да. Так, ты ж, надеюсь, что-то подкинешь? О. А ты что там, что? Ну, как бы, понимаешь? Не попал. Это было не очень. Ты мне молнию дал. Да. Спасибо. Да не за что. Так, ты мне дал спеллбайт, я понял. А где он? Я вижу... Там бочка должна быть. Ну, так я еще не знаю, что это спеллбейт. А, не, принцесса, чё, нормально. Ну, спеллбейт. Да. Вот, я просто думал, там и мушки у меня будут, и чё. Тебе нечем бочку контрить, да? Да, кто тебе сказал? Так, принцессу, Сдохни, сдохни. А чё, Хога не ожидал? Нет. Блин, вот косой вообще, вот я не... Ну, просто слов нет. Ну, это нормально. Ну, нет, куда? Ах, блин. У тебя там есть ракета, мне Нет, нету эликсира на нее, можешь пока выбрасывать. Ага, конечно. Спарки с краю карты нельзя, я понял. И чё мне сейчас? Да я не знаю. А что ты вообще думаешь там? Я не знаю, ты мне дал вот эту карту, я, короче, ну... Не, в принципе... Опа. А, это ж я тебе дал. Блин, ну мы же договорились, я должен выиграть. Так, ладно. Принцесса. Убил. Простой эликсир, а получился у меня такой не очень. Так, ты убил, окей. Так, а если вот так я сделаю? А я так. А, у тебя же, ну да. Ты же мне сам ее дал. Так, теперь погоди, смотри. Что, смотри? Я сейчас буду сейчас слева атаковать. Че, у меня инферно, она сдохнет сегодня или нет? Это ты мне хил дал? Нет. А я что, ты хил дал? По-моему, ты... у меня не было выбора хила. Чё ты вообще, короче, дисбаланс. Суперсел виноват. Странно, сносится или не сносится. Надоело уже смотреть. Вот. 13 секунд. Контр-колода, пацаны. Ну вы же видели, что контр-колода, короче, да, и, блин, чтобы не было ГХГ обидно, что так он и у себя в роликах проиграл, и здесь такой. Поэтому я ему поддался. То есть, честно, откровенно. Естественно. Откровенно. На этом канале никогда не лгали. Короче, смотрите. А что смотреть? Поехали в следующий бой. Давай, да, сразу следом. Что смотреть? Я надеюсь, другие теперь же карты будут.
Ты хочешь спеллбейт или ты не хочешь спеллбейт? Давай. Не, не хочу. Давай тебе спеллбейт. Нет, все. Я тебе спеллбейт. Взял бревно? Ты как-то знаешь или я не понимаю? Нет. А что, у меня бревно, думаешь, было? Это просто опыт. Опыт на опыте. Я понял. Так. Ой, это интересно. Блин, слушай, у меня такой сейчас выбор был. Сейчас, ну, я тебе сейчас по ходу скажу, не хочу палить. Так, окей. Опа. Фриз и молния, серьезно? Мортира? А что я тебе сделал плохого, что ты мне фриз и молнии дал? Да нормально все. Че, нормально? Так, ты себе... Ой, вот это плохо. Ну, вот это нормально. Так. Ой. Мисклик. Подожди, стой. Смотри, а если так? Как? А ну, давай. Так. Нормально, как думаешь? Ну... Ну, тебе понравилось? Ну, не очень. Так. Что я угораю? Смотри. Давай, что ты сейчас сделал? Да, ну... Вот, а я вот так вот сделаю. Вот. Оп, видел? Ага. Блин, это ты меня развел сейчас, получается. Ага, шутка. Что? Меня шкурма учил. Не, ну камон. У меня есть один сюрприз, который вот я вот держу до двойного эликсира. Сюрприз, говоришь, да? Угу. Прям сюрприз, мапака. Элитные варвары? Что ж за сюрприз-то такой? Ну вот, я сейчас тебе не скажу. Так, ты будешь ставить это? Конечно. Вот сейчас, прямо сейчас. Оп, стой. Так, хорошо, задефали. Так, ну это ты, короче, ждешь, пока я поставлю мортиру, чтобы жахнуть молнией, но я как бы на это не ведусь. Я больше, короче... Да ладно, выжили. Да, выжили, черт возьми. Да ладно. Опа. Опа. Опа, чирик. Э, палач! Ты чё, палач, не, серьезно? Не, ну... Слушай, так это же опыт получается. Какая у тебя сплэш-юнитов? Опять куча палач, это, ведьма. А подожди, а как мне... Ну думай давай. Блин, а это... Блин... Ты поддаешься? Не-не-не-не, я просто думаю, как мне дефаться. Так. Так, вот так. Ага. Ну а чё у неё как бы... Ну... Слушай, не, ну вот молния у тебя вообще лишняя в колоде. Вот я ты не мне сам её дал. Да вот дал, теперь я ж не знал, что у тебя с мортирой будут, ты ж... Подожди, ты чё, не хочешь, чтобы я выиграл? Ну ты как... Ты чё, сейчас вообще стрелу не используешь теперь, принципиально? Я, короче, этот... Там и так задефался, зачем? Смотри. Ну и что? Ну все. И шахтер. И все. Так. 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 Допустим. Ну. Угу. Нормально, да? Играем. Так. Ну, думай. Ну, а что думать? Я вот так вот сделаю. А ну? А, стой. А вот это вот тут. А вот тут как бы, да, понимаешь? Ну вот. Не, ну слушай, погоди. Чё? Не, а вот а, уже... мне нечем добивать, вот честно. Так, хорошо. И все что ли? А ну давай, вот походу все. А что сейчас? А что? Ну вот так, к примеру. Не подумал, не? Вот, пацаны, подловил. И, стоп, тихо, все. Вот так затащил, так по-царски. 1-1, ладно, ничего страшного. Я хотел использовать кладбище с фризом во время действия двойного, но ты мне не дал. Кстати, да, у тебя очень хорошая колода была. Как ты с ней проиграл? Ужас, сейчас в комментариях. Как? Ты грамотно использовал шахтера, мои духи полетели на шахтера. На шахтера. Я грамотно, все отлично. Блин, я тебе отдал, ладно. Кого? Кургига ты мне отдал? Че, элитные варвары? Подожди, ты мне отдал Кургига? Вот тут трудно, очень трудно. Я... Вот... Фак. Ладно. Окей, я на своем канале, чтобы не зас... О, все, окей. Чё ты там сам собой разговариваешь? Мне правда дал элитных варваров? Боже мой! Что? Ну как, лава... Пека, гигант, ну ничего так. Чего? Это я не знаю, это ты мне лаву дал. Пеку я взял, чтобы ты не дефал моего гиганта. Так, принцесса... Что ты делаешь? Ну, дефаюсь. А зачем?
А подожди, стой. Да. Они же помрут, да. Блин. А что мне дальше делать? А мне что дальше делать? А ты что будешь выпускать следом? Ну, сейчас, короче, я Коргига. Сдохнет, сдохнет. Отлично. Так, чем ее дефать? Чем ее дефать? А что, подожди, мне-то чем дефать? Да у тебя принцесса, что ты переживаешь-то? Да. Ты мне шарик дал? Я в курсе. Чем мне дефать шарик? Ну я хоть фриз... У меня был выбор, кстати, дать тебе фриз или элиток. Вот, что бы ты сделал на моем месте? Да ладно. Сейчас, короче, должно получиться вообще шикарно. Ай, я ее спас! Как? Вот это предикт. Так. Не-не, не убивай ее. Все. Зачем? До свидания. А что она тебе сделала? Ну как бы стоит на моем поле. Давай, погоди, ничего не выпускай, меня сейчас нечем. Ничего не. Так, у нас счет 1-1, да? Да, это решающий же бой. Ой, надо. Опа. Так. Так. Опа. Окей. Опа. А следом шарик, сука. Ага. Прикольно, да, придумал? А что у тебя там еще? Яд. Ой, блин. Он ведьму выпускает, когда я говорю. Я забыл за него. Ну ладно. Так. Ой, это ты прикольно придумал. Ну я, да, старался. Так. Ой, это ты прикольно придумал. Слушай, ну ничего, так в целом дефаешься. Ну. Я забыл про них. Да, для тебя еще сюрприз. Какой? Я вот жду элитных варваров. Ну ладно. Подожди, стой. Не даже ты это делаешь. Ну, таковы правила. Я должен выиграть на своем канале. А давно такие правила? Стоп, оп. Чё? Тихо, тихо. Бля, они же быстрые. Я проиграл, сука. Так все было идеально. Стоп. Подожди. Так, хорошо. Ты еще не проиграл? Блин, у тебя же еще фриз там. А, стой, у меня же яд, что это? А сколько яд урон наносит? Не хватит, не хватит, лучше Никит. Подожди, правда не хватит или ты рофлишь? Не знаю, если честно. Я не помню, сколько яд урон наносит. Не, на самом деле не должно хватить. А у тебя кроме яда ничего нет, да? Да, я тут знаю. Вот, отлично. До второго яда ты... Пожалуйста, Гик, одна тычка от тебя, одна единственная. Давай, дружище, тащи, еще одна... Нет! Хороший бой, хороший бой. Блин, это было... Ну как? Я... Знаешь, где я затупил? Где... О, у меня аж тут фокус исчез. Я затупил, где я выбросил молнию на твою вышку и думал, что я еще элитных варов зацеплю там. Они быстрые. А они быстрые, да. Ну, бой был классный. Вот, но я не согласен, что ты победил. В смысле? Ну, пусть в комментариях. Да я шучу, я шучу. Пусть в комментариях победит. Я шучу, нет, это была шутка. Смешно же? Ты мне за 300, у меня 300 нет с собой. Вот. В общем, друзья, как-то так, было реально прикольно, интересно, мне понравилось. Смотрите, короче, честно, у меня идей нету, но я бы не против был бы еще что-то записать подобное. Давайте вы в комментариях проявите свою фантазию, напишите, либо у меня под роликом, либо у ГХГ, что нам еще совместное записать. Вот, ну, то, что его контент открытия сундуков, это понятно, то есть, но это тоже не вариант, потому что не всегда получится у нас там подобрать драфт сундуки. Денег не хватит. И денег, да. Вот, но что-то по батлам, как бы, ну пишите, может какая-то интересная идея, если зайдет, прям вот залайкают, мы обязательно снимем. Набираем по 10 тысяч лайков на каждом ролике, вторая серия выходит. Условия нормальные, для вас это изи, подписываемся на оба канала, ставим лайки, колокольчики, не забывайте, в общем, все вот это обязательно. Спасибо вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока, ребят.